Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как убрать надоедливый кружок в игре Minecraft Pocket Edition, друзья. Но для этого вам ничего не понадобится делать, по идее, кроме того, как скачать Block Launcher. Но если вы скачали, то просто, друзья, выходим в главное меню нашего Block Launcher. Да, друзья, вот этот кружок мы сейчас будем убирать. Ну что ж, как сказал, выходим в главное меню и нажимаем настройки Block Launcher, друзья. Так, настройки Block Launcher, и находим вкладку изменения для DPI, нажимаем туда, и просто вот в эту пустую вкладку пишите, друзья, цифру 0, для этого будет пусто, но вы пишете нолик, и просто, друзья, включайте и заходите обратно в ваш созданный мир. И что же видите, что кружка, друзья, больше нету, надоедливый кружок пропал, друзья. Это очень классно, что надоедливого кружка нет. Но многие спросят, как же его вернуть. Для этого вам придется опять же выйти в меню, нажать Block Launcher и, друзья, просто убрать вот этот нолик. После чего в вашем Майнкрафте обратно появится надоедливый кружок. Ну, многим он может нравиться, но на видео это очень плохо видно, друзья. Да. Вот он у нас вернулся, и все работает без всяких либагов, друзья. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.